Всем привет! Был на пункте приема металлолома, и на глаза попалась вот такая вот интересная штуковина. Это два колеса какой-то тележки, но, как вы знаете, такие колеса сейчас большая редкость. То есть купить их нереально, а по своему сроку службы они могут служить вам практически всю жизнь, можно так сказать. Сейчас я это все разберу, сделаю очень нужную вещь. Пожалуй, я приступлю к изготовлению этой самоделки. Ну а вам желаю приятного просмотра. Как вы видите, подшипники в очень плохом состоянии. То есть их не смазывали уже лет 20, скорее всего, а то и больше. Смазка превратилась просто в окаменелую грязь. Но ничего страшного, я полностью восстановлю эти подшипники, и они будут работать практически как новые. Ведь эти подшипники произведены из очень качественного металла производства СССР. Я больше чем уверен, что после прочистки на них практически не будет люфта. Если сравнивать с подшипниками, которые делают сейчас, то эти даже будут и лучше. После промывки подшипники реально оказались практически без люфта. Сейчас проверяю, как они работают, а затем буду смазывать, выпрямлять ось и уже собирать все на место. Зажав ось в тисках, я ее выпрямлю практически идеально. Для моих целей этого будет вполне достаточно. Так, ну вот такой вот каркас получается. Это вот я собрал, как говорится, по сусекам наскреб, профтруба, три куска, вот одну даже сделал из двух частей. Но, как выяснилось, я сделал это неправильно. Я потом уже подумал, колеса будут выпирать, поэтому вот здесь вот сейчас я отпиливаю. Так, ну сварил каркас, сейчас буду швы зачищать. Ручку я буду делать из вот такого советского старого школьного стула. Здесь как раз полукругом уже есть верхняя часть ручки. Ну а затем остальные трубы я уже состыкую, так как в наличии у меня этого нету. Особо я не богатый парень, чтобы покупать новое. Ну буду лепить из того, что есть. А вы уже потом зацените, друзья, что получилось и как у меня это получилось.
Вот такая, друзья, у меня получилась отличная тележка. Я ее сделал для того, чтобы возить, например, ящики с картошкой, с другими разными фруктами и овощами, когда сбор урожая происходит. Затем на ней можно возить бидоны с водой, на ней можно возить мешки с цементом, разные бочки. В общем, все что угодно, в пределах 150 килограммов, не больше. Ну и как вы видите, она получилась отлично собранная, неубиваемая, в отличие от магазинных вариантов китайских. Ну а сейчас я продемонстрирую, как она работает. Также я сделал площадку внизу из уголка. С помощью нее можно поднимать разные предметы тяжелые. Вот, например, качель, она очень тяжелая, она самодельная. Ее можно за один угол подцеплять и перетаскивать по двору. Друзья, кому понравилась эта самоделочка, поддержите меня лайком, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новое следующее видео с интересной самоделкой. Ну, от себя хочу пожелать всем добра, удачи, успехов, всем пока-пока.